Всем привет! Уже 24 сентября на дворе. Как и прежде, стоит сухая погода, хоть и прохладная уже. Дождей почти не было. Неужели в этом году не будет грибов? Я сейчас направляюсь на свое секретное болото. Сейчас проверим там, есть ли подосиновики и подберезовики. Все лето было сухим, осень такая же, конец сентября, было, может быть, два дождика, и то таких очень кратковременных. Я еще немножко приболел, так что буду тяжело дышать, такая одышка. Итак, вот оно, болотце начинается. Я видел видеообзоры в интернете. Там на разных, в разных группах грибников в Днепропетровской области появились подосиновики. Вот. Остальных грибов нету. А вот в болотах должны быть, так как везде сушь, а тут более-менее сыро. Вот оно, родное. Сейчас обойдем. Итак, первая радость. Надо, да не долезть надо. О! Вот она. О, какой толстоногий. Толстоногий, молодой. Так. Вон какой-то гриб дальше. Но это не подосиновик. Это что-то другое. Так, значит, есть уже. Значит, есть. Итак. Да. Вот он, красавчик. Какой. А? Чистенький, хороший. Вот этот гриб для меня неизвестный. Не знаю, что это. Рядом еще вот какой-то маленький. Такой вот. Кто его знает? О, а вон я пропустил подосиновичек с той стороны, если вам видно. Вон, там где-то. Сейчас я за ним пролезу. И, как вы знаете, очень тяжело на этом болоте собирать, так как лещина эта, тяжело проходить. Вот он. Такой. Спрятался хорошо. Только с другой стороны, обойдя, я его смог увидеть. И вот уже их двое. Уже ему одиноко здесь не будет.
Вот часто попадаются какие-то вот такие грибочки. Вот они здесь. Рекуша, наверное. А может, нет. Такие есть грибочки. Те же наши благородные. Хожу уже битый час по болотам. Вот два грибочка результат. Но мне говорили, дома все, не ходи, там ничего нету, дождей нету. Я недавно смотрел ролик в ютубе, как два парня с металлоискателями нашли кувшин с монетами. Вот, и там один вокруг другого бегает. Я не верил, что такое возможно. А тот, который нашел, умничает. А я верил, потому и нашел. Так вот, я тоже верил и нашел два вот таких вот прекрасных маленьких мулатика. Это же подберезовички отличные. Ну вот на этом местечке я всегда встречал грибочки. Вот те грибы, которые я показывал вам ранее. Не знаю, горькуши, может быть. Надо здесь внимательно смотреть. Вот каких детей уже нашел. Деточок. Друзья, смотрите, чуть не прошел. Вот где, вот здесь я нашел этих детей мулатиков. А вот спрятался. Какой красавец. Ой. Вот. Это подберезовичное болото. Чистенький. И очень ароматный. Вот почему белые грибы и подберезовики сушат. Они самые ароматные грибочки. А вот корзинка уже не пустует. Смотрите, какой красавец. Он чуть поеден, правда. Сейчас мы посмотрим. Ну такой белесый какой-то. Подберезовик. Не такой мулатик, как те. А может быть, это такой подосиновик. Видите, он черная какая-то насекомая сидит. Не, ну тут явно вот зубами грызли. Может, зайчик. Так, ну то было не насекомое, то были какашки. Скорее всего, мышиные. Наверное, мышка грызла. Все любят грибочки. Так, ну, грибочки есть. Вернее, были. Кто-то, скорее всего, разнюхал про мое болотце. Потому как старых грибов я там не встретил. Два молоденьких. Наверное, кто-то пришел до меня и все собрал. Сейчас еще зайду в одно местечко. Хочу проверить вот это болотце еще. Там целая плеяда болотец. Я знаю, там подосиновички всегда встречались. Так, это ж гриб-пердун. Ух ты, споровое облако, он еще один.
и так зашли в болотистую местность. Вот какой красавчик тут растет. Кстати, уже штуки 4 змеи встретил. Ужей. Не гадюк. Сегодня ночью уже почти заморозок был. И несмотря на это, они еще лазят. Ну, днем-то тепло. О, чистенький. Так. Еще смотрим. Красота. Тишина. Хорошо так. Очередное болотушко. О, чуть не прошел этого красавца. Иди-ка сюда. Хороший. Сейчас посмотрим, что у тебя с ногой. Так. Вот. Легкая червивость. Ну ничего. О. И все. Червивости как не бывало. Так, ну может хоть на сковородочку насобираем, а? Тут такая топь. Видите, я в резиновых сапогах. Но я включил камеру не для этого. Смотрите, там что-то бордовое. О-о-о. Обожаю этот цвет и этот размер. О, смотрите, какая толстенная ножище. О, ё-моё, отличный. Как же долго я тебя искала. Класс. Аккуратненько срезаем. Черненькая. Класс. Ну это ж кайф. Такие грибы собирать. Да. Вот, грибочки есть, просто грибников много, и поэтому так мало попадается. Ну ничего. О, друзья, вот один маленький, вот он. А вот второй, покрупней, смотрите. А вот третий, видите, как они прячутся хорошо, коричневые шляпки. А вот четвертый и пятый, маленькие. Ух ты, а вот шестой, вот это я все на коленях сижу и балдею. Класс, 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 класс. Можно с ума сойти в этом лесу. Вот, все чистые и офигенные. Вот этого чуть не пропустил. Матрешечка.
Я сначала смотрю, какие-то таблетки рассыпаны, что ли. Видите? Такие прям. А потом понял, что это семена. Вот такой стручок раскрывается. И вот они все обоймой сложены. Прикольно. А это вот такой вот стоял камыш какой-то. Потрясающе. Вот пупсичек вынес. Вот такой. Маленькие. Видно, кто-то прошелся, пособирал все большие. А может, они только появились. Хотя я сомневаюсь. Вот солнечная сторона болота. И чуть не прошел я там один подосиновичек. А, он тут не один, он тут с другом. Или с братом. Так, сейчас. Вот. Два головастика. Два космонавтика. Какие очаровательные подосиновички. О, это толстоногий. Красавец. А вот еще. Так. Такой. Так, 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 так. Хорошее местечко здесь. Ух ты! Ну-ка, полежите тут пока. Колоснючий. Колоснючий какой. Вон его детеныш. Ну, детеныш пусть растет. Офигеть. Ну, тут из травки еще выглядывает рядышком. Крепкий. Начался сезон таких вот, как я люблю. Крепких таких. Вот потихоньку, помаленьку собирается в корзинку. Ух ты, ё-моё! Сейчас. Вот. Жаль, батарея садится. А вот тут камышатки все такие. Утенки. Торчат. И вот. Возьму. Такой результатец. Да, пусть не полная корзина. Но главное же не это. Сама прогулка дорогого стоит. Это только начало моего грибного сезона. Так что подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и до новых встреч. Пока!